Вот он, цыган. Кстати, прозвище это он получил, когда одного из персонажей мыльной оперы бразильской, которая в то время шла по телевизору. Итак, свистеть. Такая битва взглядов. И есть первое касание. Почти две минуты. Касательный достал до Сантоса Верима. Вот сейчас размен навстречу. Миддлтон, раз повторю свою мысль, в любую просто... Колено! Ох, опасно как! И еще все может поменяться. Ну вот так выбросил Аверим. Но пока что... О, навстречу сейчас левым попадает Аверим. Умением держать удар. Есть. Обманное движение. Думал, пойдет коленом, но нет. Снова лев. Сантос, перед этим получив мидл кик. Аверим явно умнее. Действительно, конкретно в этом первом раунде мы видим, что уже есть кровотечение. Нокаутами от Бигфута, от Трэвиса Брауна. И даже от такого бойца, которого многие считают средним, от Бена Ротвелла. Носит. Да, уже включил. С разворота здорово Дос Сантос пытался попасть. Мак не пытаться отрабатывать на... Есть! О, есть! Отлично сейчас через защиту. Аверим здорово выглядит именно в... Вот, молодец, динамики. Сейчас Дос Сантос. Есть! Вот именно так надо отрабатывать. Из правого глаза. О, есть! Попадание мощнейшее! Аверим! Внимание, Аверим! Все! Аверим! Вот. Во втором раунде Алистеру удалось уже...